Томаты баканские розовые растет в открытом грунте. Урожайный вкусный томат. Все такими гроздями. Сегодня 24 августа. Вот еще такая завязываемость у него. Вот это все баканские розовые. Рекомендую. Томат «Аленький цветочек». Вот такие большущие розовоплодные томаты. Очень-очень вкусные. Сорт урожайный. Растет в открытом грунте. Такая вот красивая мякоть у него. Сорт «Аленький цветочек». Начал зреть одним из первых. Так, рекомендую. Семена имеются в наличии. Томат Алсу. Урожайный вкусный томат. Выращиваю его уже не первый год. Болезнеустойчив. Вот такие крупные красивые томаты. Арбузная мякоть. Аж рекомендую. Томат Алсу. Гном «Бархатная ночь». Сегодня 24 августа. Много плодов я уже сняла. Еще вот завязываются и завязываются плодики. Вот, высотой примерно 70 сантиметров кустик. Гном «Бархатная ночь». Рекомендую. Томат «Гном. Бархатная ночь». Рос в открытом грунте. Я живу город Киров, Волго-Вятский регион. Вот такой он по внешнему виду. Такая красивая у него сердцевинка. И очень вкусный сладкий томат. Урожайный, компактный. Кто не садил, рекомендую. Голубой водопад деревни. Вот такие грузди томатов висят. Томат очень вкусный, урожайный. Не подводит. Второй год его выращиваю. Вот такой он в зрелом виде. Такие с окраской бордовый. С антоцианом. Это полезные томаты. Так что садите. Рекомендую. Голубой водопад деревни. Гном «Гордость побережья». Сегодня 24 августа. Он начал зреть поздно, этот гномик. Вот еще сколько завязей на нем. Высотой примерно сантиметров 80. Вот второй куст. Вот тоже сколько завязей. Гном «Гордость побережья». Рекомендую. Томат «Гном Деспирадо», или еще «Головорез» его называют. Вот такой он по внешнему виду, рос в открытом грунте. Томат компактный, невысокий, вкусный, так что рекомендую, урожайный. «Деспирадо». Томат «Джала Санта». Вот такой он по внешнему виду. Солнышко отсвечивает. Этот томат я выращиваю первый год. Посмотрим, как растет. Вот на первой кисточке было 4 плода. Один плодик я уже снимала. Пробовали на вкус, в разрезе. Очень вкусный томат. Вот вторая кисть. Вот такая вот она по наполняемости идет. Раз, два, три, 5 плодов на кисти. Получается, вот следующая кисть растет. Вот выше. Выше плодики завязываются. Этот томат я выращиваю в парнике. Сейчас на улице жарко. Парнички у меня открыты.
Вот такой вот у меня парник из дукса стоит. Длиной 5 метров. Закрываю его армированной пленкой на ночь. Так вот вверх поднимаю с двух сторон пленочку и закрепляю, чтобы роса не оставалась на листочках. Вот дома отжала Санта. Солнышки еще. Рядом растет томат фирмы «Партнер» «Земледелец». Этот томат я выращиваю уже не первый год. Мне нравится. Плоды приятные на вкус. Они хороши консервации. Хранятся эти плоды. Вот оранжевый «Земледелец». И плодов много. Они одни из первых завязались и начали зреть. Это жало Санта. Так, томат жало Санта. Вот такой вот он, желтенький томатик. Выращиваю этот томат первый год. Посмотрим, какой он в разрезе. Вот такой этот томат в разрезе. Семенных камер много. Попробуем как на вкус. Мне нравится. Томат без кисленки. Такой приятный фруктовый вкус. Томат жало Санта. Томат дикий тимьян. Выращиваю первый год. Растет в открытом грунте. Вот такая вот завязываемая. Сегодня 24 августа. Вот такие по расцвету плоды. Плод очень... Томат очень вкусный, урожайный. Рекомендую. Дикий тимьян. Гном дикий Фред. Совсем не похож на гнома. Вот какие здоровые плоды у него. Кустики невысокие. Примерно, наверное, 1,20 м. Вот уже гном дикий Фред. Тут уже много сняла. Очень вкусный. Рекомендую. Гном дикий Фред. Можно садить часто. Корневая система у него компактная. Алиса. Томат растет в открытом грунте. Сажу первый год. Ой, нет, это не Алиса. Это желтые гребешки. Томат желтые гребешки. Вот, так, вот такая вот у них урожайность. Вот это все желтые гребешки. Рекомендую. Урожайный вкусный томат. Устойчив к заболеваниям. Томат желтые гребешки. Вот такая вот красота. Вот такая мякоть у него. Розоватая в серединке идет. Очень вкусный томат. Урожайный. Выращиваю не первый год. Сажу из своих семян. Рекомендую. Семена есть в наличии. Желтые гребешки. Ну и сорт томата «Когти сибирского тигра». Томат выращиваю первый год. Растет в открытом грунте. Вот такая вот красота. Такая у него бордовая мякоть. И такая форма. Чем-то похож на сибирского тигра. Но вот такой вот он формы интересный. Очень вкусный томат я попробовала. «Когти сибирского тигра». Рекомендую. Семена этого томата будут в наличии.
Томатку Мата Блэк. Красивый, вкусный томат, урожайный. Вот такая у него красивая мякоть. Выращивание первый год. Растет в открытом грунте. Подходит для консервации и употребления в свежем виде. Кумата Блэк. Рекомендую еще раз. Томат – любимый праздник. Растет у меня в открытом грунте. Вот такие крупные, здоровые томаты. Очень вкусный, мясистый. Такая арбузная мякоть. Выращиваю второй год в открытом грунте. Очень довольна. Томат – любимый праздник. Рекомендую. Семена имеются в наличии. Томат Гном, малиновая нерка. Вот так он выглядит на сегодня. Сегодня 28 июля. Это вот первая кисть. Сколько здесь? 4. 4 плода. Там вот другая кисть идет. И выше завязана. Вот такой плод по внешнему виду. Но потом рассмотрим в разрезе, какой он по вкусу. Значит, эти томаты я выращиваю первый раз. Ну, по высоте он примерно метр. Вот такая верхушечка. Куст компактный. Вот у меня два кустика рядом посажены. Это через, наверное, 30 сантиметров. Малиновая нерка. Вот второй кустик. Вот такая у него завязываемость. Вот тут первая кисть, 4 плода. Вторая кисть. Вот выше завязи идут. Ну, созрет, будем пробовать на вкус. Томат Гном, малиновая нерка. Очень вкусный урожайный томат. Компактный. Выращивала первый год, рос в открытом грунте. Проживаю город Киров, Волговятский регион. Гном, малиновая нерка. Рекомендую. Так, томат манимайкер. Этот томат я сажу первый год. Посадила. Несколько плодиков уже снимала. Вот такие они по внешнему виду. Кругленькие, очень вкусные. Пробовала. Ну, вот такая завязываемость. Вот идет кисточка. Вот выше идет завязи. Вот выше еще завязываются. Ну, там вот еще вот видно. Вот еще маленькие завязи везде видно. Так, манимайкер. Мне этот сорт понравился. Растет он у меня в открытом грунте. Вот на кисти. Сколько, наверное? 6 плодиков на кисти. Вот лист такой вот у него. Такой не очень крупный. Буду садить этот сорт. Манимайкер. Томат манимайкер. Выращивала первый год. Вкусный урожайный томат. Вот такая красивая мякоть у него в серединке. Хорошо себя показал в открытом грунте. Так что рекомендую. Хорош для засолки, потребления в свежем виде. Манимайкер. Добрый день, с вами Светлана и канал «Любимый сад и огород». Сегодня 24 августа. Так выглядит гном махагони на сегодня. Много томатов я уже сняла. Высотой он 70 сантиметров, не более. Садить можно через 30 сантиметров. Гном махагони. Томат гном махагони. Рос в открытом грунте. Я проживаю в городе Кирове, Волговятский регион. Выращивала первый раз. Урожайный, очень вкусный томат. Компактный, невысокий.
Рекомендую. Гном Махагони. Томат Новый Кенигсберг оранжевый. Томат рос в открытом грунте и в теплице. Но по внешнему виду не различишь. И там он хорошо растет. Такая у него красивая мякоть. Томат выращивания первый год. Сажу из своих семян. Подходит для консервации и потребления в свежем виде. Может полежать. Новый Кенигсберг оранжевый. Томат петруша. Растет в открытом грунте. Вот такие вот плодики, похожие на петрушку. Такая красивая мякоть мясистая, арбузная. Очень вкусный, урожайный томат. Рекомендую, хорошо растет в открытом грунте. Петруша. Томат полосатое сердце. Растет в открытом грунте. Такие красивые томатики со штрихами. Бордовые штрихи на них идут. Такая красивая мякоть. Вкусный урожайный томат. Используется для консервации, для потребления в свежем виде. Полосатое сердце. Семена есть. Рекомендую. Томат черный трюфель, урожайный вкусный томат, может полежать, лёжки, использовать может для консервации и в свежем виде покушать. Выращиваю каждый год, беру свои семена, рекомендую черный трюфель. Томат розовый мед растет в открытом грунте. Сегодня 24 августа. Вот листья все здоровые, много завязи еще, куст не болеет, много плодов уже сняла. Розовый мед рекомендую. Очень вкусный, урожайный, болезнеустойчивый томат. Томат розовый мед. Вот такая красота. Такая красивая мякоть. Очень вкусный, урожайный томат. Выращивала в открытом грунте. Рекомендую. Розовый мед. Томат синьорита. Она, по-моему, тоже считается гномом, но высотой она уже 1,5 метра, наверное. Вот такие плодики. Красные плодики снимаю периодически. Вот. Вот все увешано ее плодиками везде, кисточки. Такие небольшие. Ну, на вкус она такая, не скажу, что очень сладенькая. Такой помидорный вкус. Вот так вот для разнообразия можно кустик посадить. Синьорита. Томат сердце Ашхабада. Растет в открытом грунте. Вот такой вот здоровый томатик. Мясистый. Вот я его разрезала. Вот такой вот он на разрезе. Думаю, семена здесь будут. Сердце Ашхабада. Очень вкусный томат. Рекомендую. Семена есть в наличии. Доброе утро. Сегодня 29 августа. Город Киров. Вот так сегодня выглядит в грунте томат сердце Италии. Вот такая еще завязываемость у него. Очень вкусный, урожайный томат. Подходит и для хранения, для переработки, потребления в свежем виде. Сердце Италии. Рекомендую. Сержант Пепперс. Сегодня 24 августа. Вот еще сколько томатов висит на кусту. Томат вкусный, урожайный. Растет в открытом грунте. Вон такие еще грозди висят. Рекомендую. Лёжки томат. Сержант Пепперс. Томат Сержант Пепперс.
Вот такой красивый томат с антоцианом. Красивый на разрезе. Рос в открытом грунте. Вкусный урожайный томат, устойчив к заболеваниям. К неблагоприятным условиям. Выращивание первый год. Кто не садил, рекомендую. Семена имеются в наличии. Так, сегодня рассмотрим, как выглядит на разрезе томат тайга. Вот такой он по внешнему виду, тайга. Рос он у меня в открытом грунте. Так, свешиваем, какой он по весу. 200, ну, примерно 250 грамм, 248 получилось. Сейчас разрежем, посмотрим по внешнему виду, какой он на разрезе. Вот такой мясистый томат. Такой вот он на разрезе. Красивый разрез. Такой вот он. Сейчас попробуем, какой на вкус этот томат. Я его садила первый раз. Очень вкусный. Кислинки вообще не чувствуются. Сладкий, прямо такой фруктовый вкус. Томат тайга. Буду садить, он мне понравился. Томат «Темная галактика». Сегодня 24 августа. Вот такая вот урожайность у него. Растет в открытом грунте. Плод вкусный, урожайный, болезнеустойчивый. «Темная галактика». Рекомендую. Много плодов уже сняла. Добрый вечер. Сегодня посмотрим, как выглядит на разрезе томат фиолетовые чероки. Вот такой он по внешнему виду. Это томатик. Сейчас посмотрим, как он выглядит на разрезе. Вот такая вот мякоть у него. Серединка мясистая, сердцевина. Ну и камер семенных много. Фиолетовые чероки. Так, не свешила сколько. Примерно на вес. Сейчас посмотрим. О, 214 грамм на вес. Поменьше возьмем. Этот 130 грамм. Так, попробуем на вкус. Этот сорт я выращиваю в открытом грунте. Приятный вкус, особой кислоты нет. Сладость в меру. Этот сорт урожайный. Я его сажу второй год. Думаю, садить, продолжать его. Фиолетовые чероки. Вот еще раз по внешнему виду его покажу. Вот такой вот он. Только то, что он трескает на кусту. Вот это минус для этого сорта. Все. Всего доброго. Томат Циндао. Выращивала первый год. Растет в открытом грунте.
Вот такие вот плоско-круглые томаты коричневого цвета. Вот такая мякоть красивая. Вот это вот сегодня сорвала, такой вот здоровый вырос, еще недозрелый. Циндао. Это вкусный томат урожайный. Рекомендую. Томат черная клубника. Для любителей необычного. Вот такие вот маленькие томатики с антоцианом. С антоцианом очень вкусные. Томат урожайный, растет в открытом грунте. Черная клубника. Семена имеются в наличии. Доброе утро. Город Киров, 29 августа. Хочу показать томаты черный гроздевой. Растет в открытом грунте. Вот так он на сегодня выглядит. Вкусный урожайный томат. Подходит для консервации и потребления в свежем виде. Может храниться. Черный гроздевой. На разрезе я его показывала. Есть видео. Рекомендую. Доброе утро! Сегодня 29 августа, город Киров. Вот так на сегодня выглядит томат «Черный император» в открытом грунте. Вот еще столько плодиков на нем. Очень вкусный урожайный томат. В разрезе показывала. Рекомендую. Томат «Черный император». Очень вкусный урожайный томат. Такая красивая мякоть у него. Хорошо хранится, можно использовать и в консервации для потребления в свежем виде. Рос в открытом грунте. Рекомендую. Семена имеются в наличии. Черный император.